Всем приветики. Хотел бы показать вам свою покупку, которая сделана на Алиэкспрессе. Вот. Стоила она дешево, но зачем я купил, не знаю. Так-то она детская вообще. Просто я что-то когда-то сидел, вспомнил, что когда-то у нас здесь такие зубы были, мы прикалывались, типа решил заказать. А это было в момент коронавируса, я типа еще такой думаю, блин, еще придет какая-нибудь зараженная из заказа. Ну, в общем, но она, я не стал отказываться, она пришла. Но лежала, вот она месяц шла, потом еще лежала дней 20, и я потом еще в кипятке сполоснул, с мылом там промыл на всякий случай. Вот. Но вообще, именно когда я получил, открыл, мне что-то так поплохело. Наверное, это чисто я сам психологически так настроился, что оно типа заразное. Мне что-то голова заболела, грудь заболела, потому что грудь долгое время болела, сейчас уже прошла. Вот, не знаю, с чем это было связано. Может, просто так совпадение, типа... Я тогда долго сидел дома, потом пошел на улицу, именно еще эту посылку как раз забрал, что-то мне потом поплохело. Может, просто на улице, типа так, чего хватанул. А может, не знаю, чего. Может, с непривычки, что долго на улице не было. Но сейчас уже получше более-менее стало. Вот. А вообще, она даже на мои зубы как-то не налазит. Так-то, если что, пока я ее не одел, вот так она выглядит. Правда, здесь потрескана, не знаю, это от кипятка потрескалась или само. Кстати, от кипятка я немного деформировала. Вот, ну вот так вот она выглядит. Так-то у меня и у самого есть клыки, типа, не раньше, а? Сверху, снизу, но не маленькие. А эти даже на меня не налазят, а? Они фосфорные, еще чего должны шечиться. Я чувствую твою кровь. Она прямо сейчас бежит по твоим венам. И если бы не экран, который тебя защищает, ты бы почувствовал эти клыки. На себе. Блин, они максимально неудобные. Типа, они, во-первых, не особо-то подходят. Во-вторых, сползают постоянно. Но, скорее всего, сползают из-за того, что я их кипятком отдал, они деформировались. А вообще, это более по-детски, блин, рот. Не, ну ерунда на самом деле. А еще по темноте бы можно было выглянуть. Ну, в темноте вот так вот. Слабо светится, тоже как-то не очень. Честно говоря, не очень. Ну, в общем, такие вот зубы. По большому счету бесполезные, ненужные. Зачем я купил? Ну, просто по приколу, наверное. Вот так... Не знаю, зачем мне нужны, вообще, по-моему, не нужны. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедово.